Все везде классические. Единственное, что сцепление в самом конце, прям целиком выжимать не обязательно. Понял. Ну, вес, да, чувствуется. Сколько он? 217, по-моему, или 16, что-то такой вес. А, так, выезд у меня вот отсюда, ну, да? Ну, я по тротуарчику обычно, там в конце здания, налево, направо, куда так, хочешь. Так, у меня есть полчаса, да? Да, значит... полчасика. Ага. Ну, там, если чуть опоздаешь, ничего страшного. Не, мне хватит. Все классическое. Поворачиваем. Это у так. нас зажигание влево. Влево. Сначала насос, ага. а потом зажигание. Все. Без сцепления, да? Да? Все, нажимай. Поворотники здесь, mm-hmm. здесь бибикалка, назад не возвращается, к сожалению, приходится их отыгрывать. Назад что не возвращается? Короче, что, ну поворотник я имею в виду, включил влево, он будет, крути рулем, не крути, все равно надо включить самому. Это нормально, я и не привык к такой роскоши. Я к этому наоборот не привык. Харлик врубил. А вы на BMW катались, у него с правой стороны на правый поворотник, или на Харлее также? Справа-слева, да, я не еще отрубаюсь. Я на BMW прокатился, мне так неудобно. Вопрос привычки. Так, все, зеркала, все, кайф. Ух. Погнали. Пацаны, я еду на интерцепторе. Звук прикольный. А вот мой красавец стоит. Так. Ну, разгоняется нормально. Так, уверенно. Так, что мы куда? Ага, мы, наверное, налево, да? Так. Все, не жалко. Блин, зеленый замигал. Так, надо камеру переключить в широкий вид. Так звучит. Не, ну чувствуется тяжесть, конечно. Сколько он сказал? 215, 219. Они чувствуются. Ну двигатель, конечно, такой огромный. Посмотрите. Массивно. Так, а мы куда едем? Мы, наверное, едем направо, да? Да. Давайте вначале на него посмотрим, что это за аппарат. А вот такой красава, красивый, много хрома, красно-желтые полосы, стильные зеркала, мощный задний вид. Так, я не готовился, поэтому параметров не знаю, сколько лошадей и так далее. Но я все это, наверное, напишу, если мне лень не будет. Радиатор по приколу. Так, сделаем фоточку. Оп. Тест-драйв. Ну что, поехали? Опа. Оп. Интересные пульты. Сцепление, конечно, в конце действует, это неудобно. Но тормоза хорошие. Кстати, а какие они там? Надо посмотреть. А здесь тупик. Прикол. И вот уже 80.
тут нет, да, тут нет индикатора передачи. Да, к этому надо привыкать, конечно. Поедем, покрасуемся на центральном рынке. Таким, конечно, тормозишь немного. Я не знаю, как остальные классические, какая передача первая, классические 600-кубовые мотоциклы, но этот разгоняется бодро. Я бы не сказал, что вес прям так ощущается, конечно, не дюк, но, блин, дождь пошел. Да не, нормально. Сейчас посмотрим, как будет вытягивать. Надо переключиться на повышенную. Но дюк шустрее, дюк быстрее разгоняется, это определенно. Но я думаю, интерсептор для своего класса умеет. Так, а что у нас за тормоза? А, на левой стороне. Байберы, бубри, как на дюке. Не, хорошо тормозит, да, как дюк тоже в передней хорошо тормозит. Задний уйдет, конечно, не очень. О, здесь есть удлинитель, поэтому закидывать не должно. Маловато, центральный. Что-то сделать,
управление, ну, непонятно, короче. Его можно тут отрегулировать, наверное, но я не буду этого делать. Он звучит прям так тихо. Надо проверить первое до скольки. На тест-драйв взял. Нормально. На полчасика. Хороший такой. Красивый. Спуск клина. А? Клина. Илья с клину, да? Да, да, да. Ну и жарко, сиденье. Слушай, ну, я первый раз на таких езжу, поэтому не знаю, с чем сравнивать. Ну, нравится. Красиво выглядит. Единственное, передачи не показывает, только нейтралку. Из-за этого неудобно как-то. Привык. Ладно, удачи. Дядя на Триумфе на скейт-свине заценил. Так что респект и мотоцикл получает. Еще бы не было таких луж адских. Собянин где ливневки? Нормально, так что я думаю, что спину мне не закидало. Потормозал. Ну тут же АБС есть, да? Ну да, по-любому. А так у меня тоже Триумф. Только Трайден. А, Трайден 660. Либо тот, либо этот. Нравится? Ну ничего, да. Это мой первый мотоцикл. А, круто, круто. Я недавно обзор смотрел, буквально вчера, что ли,
классно, вообще выглядит классно. Сейчас зеленый. Выйдем на Китай-город, да, на Лубянку. Короче, сейчас выйдем на какую-то трассу, типа Садового. Эх, сюда бы, конечно, прям моточек, прям чтоб злой был. Я думаю, будет очень хорошо звучать. Так, я вас есть телефон глянуть. Запись идет, идет. Все хорошо, аккумулятор не сел. Только зеленый зазвенел, уже орут, уже гудят. Это получается мой первый обзор. Блин, с этим сцеплением не могу адекватно стартануть. А, уже ноги промокли от дождя. В общем, он вот так тяжелый на земле, но когда едешь, как-то вот эта тяжесть не ощущается. Оп, оп. Конечно, еще бы на нем поездить в жестком трафике, но уже время подходит к концу. Сейчас мимо Кремля проеду и в сторону проспекта Мира буду выдвигаться. Все смотрят, но мотоцикл красивый, что поделать. Let's go!
200 до сотки, то есть можно еще побольше, но я не стал. То есть сотка — это еще не отсечка, это 7 с чем-то оборотов. Сейчас попробуем разогнаться. Так, получается, на 7,5 начинается у нас красная зона. Ой, а тут сухо. Да? Да. Подрезал и моргнул аварийкой, типа извините, ну извиняю. Запустим обороты до 3. О, это мы на какой? На 2. Да, нормально. Вытягивает. Надо на 3 попробовать. Сейчас пойдем сюда. Я прям закатался и время даже не заметил, как прошло. Надо ехать обратно. Мотоцикл кайф. На самом деле за его цену. Ой, вы посмотрите. Фанатка КТМ. За его цену, я думаю, хороший аппарат. Делаем так, поедем на Тверскую и оттуда на проспект Мира, да? Да. Вот чел спит.
Вот еду на второй, на 40. Ну, конечно, на третью переключить. На третью тоже едет. Так, междурядье. Хоп, хоп, хоп. Спасибо. Ой, как вкусно хлебушком пахнет. И какой-то выпечкой. Так, пошли в междурядье. Так, ну тут уже не будем рисковать, потому что зеркала. А где-то я потерялся. Так вот, я на Садовое выхожу. Здорово, пацаны. Ну что в итоге? Мы с ним все равно стоим на светофоре. А, тут кажется фару можно отключать, да? А, нет, это типа. Да, дальним мигать, нифига себе, прикольно. А тут аварийка еще есть, да? Да. Круто. Камера села, ну, все равно я уже заканчивал тест-драйв. Мотоцикл вообще достойный, любителям спокойной езды, с возможностью
плюс-минус адекватно разогнаться, ну, для своего как бы класса, крайне рекомендую. Сиденье, в принципе, удобное, ну, как бы, за полчасика задница не устала. Хотя парень до этого, который здесь катался, он говорит, что жестковато. Ну, у него был гусь, поэтому понятно, почему жестковато. А если, допустим, брать после кого-нибудь китайца, то вполне достойные. В принципе, на этом все. Всем пока.